Всем привет! И сегодня я бы хотел рассказать историю про то, как мы с моим другом возвращали мне машину, вернее деньги за нее. Дело в том, что на Raymond RP Justice были технические работы, после чего через день я зашел на свой аккаунт и вижу то, что моей машины нету. Я спросил админу, что такое, почему у меня нет моей машины. Они сказали, что во время технических работ произошла какая-то ошибка, и у многих следил транспорт. И мы, и я могу написать в группу, в личку группы. Собственно, я это и сделал. Меня спросили, когда я покупал машину, короче, что я с ней делал и так далее. Я расписал, что, когда я ее купил. И вот. После чего меня спросили, сколько бы денег я хотел получить за нее. Я написал 1 500 000. Да, это много, наверное, потому что она стоила это. Если учитывая, когда я ее покупал, ну, точнее обменивал, я обменял ее на свой НРГ, фуловый, она стоила 970 тысяч. Но потом поменяли цены на транспорт, и она стоила уже 1 170 000. И сказали, что 1 500 000 это слишком много, потому что обменивал я до того, как поменяли цены. Тогда, ну я, короче, подумал, посчитал, ну пускай будет 1 000 000, хотя бы 1 000 000. После чего мне пишут то, что якобы у меня этой машины не было, и я их обманываю. И тогда я все рассказал моему другу, Коди, наверняка вы его знаете. И он сказал, что у него есть видео, где мы с ним катались, и возможно это подойдет. Я решил, ну почему бы и нет, можно попробовать. Он мне скинул видео, я скинул, собственно, в личку. Это видео посмотрели и, собственно, вернули мне деньги, да. Вот. Из-за этого я очень сильно благодарен Коди, потому что если бы не он, то бы у меня бы сейчас не было ничего. Просто у меня бы пропал 1 000 000, можно сказать. Просто машина улетела бы в никуда. А так мне он помог. И я хочу, чтобы вы подписались на его канал, потому что он тоже снимает будни, как и я. И если вы не смотрели прошлое видео, можете посмотреть, может оно вам понравится. Ну а так, на этом все. Спасибо, что послушали. И всем удачи, и всем пока.